Поприветствуем нашего Господа Иисуса Христа. Мы искренне рады Тебе, Господь. Мы приветствуем Тебя на этом месте. Прославляем Тебя всем своим сердцем. Будь прославлен сегодня наш Бог Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Слава Богу, дорогая Церковь. Я искренне рад приветствовать сегодня каждого из вас на этом месте. Я знаю, что мы также рады видеть друг друга, потому что мы одна семья. Тот, кто возле вас, поприветствую вас. Скажи, я рад тебя видеть. Пусть Бог тебя благословит сегодня в этот день. Сегодня хороший день. Бог любит нас, и Он милостив к нам. И особенно я хотел бы поприветствовать сегодня тех, кто пришел к нам в первый раз. Если вы гости из другой церкви или впервые пришли в Церковь Спасения, пожалуйста, поднимите вашу руку там, где вы есть. Мы искренне рады вам, мы вас приветствуем. Добро пожаловать в Церковь Спасения. Мы верим, что сегодня Бог обильно благословит вас и каждого из нас. Аминь. Перед нашей молитвой я хочу прочитать один стих из Слова Божьего, напомнить слова Иисуса. Это записано в Евангелии от Иоанна, 14 глава, 6 стих. И Иисус говорит, Иисус сказал ему, он отвечает Фоме, «Я есмь путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Этот вопрос задал Фома перед этим. Он спросил, куда нам идти, что нам делать? Этот вопрос человек задает на протяжении всей истории человечества. Это очень важный вопрос. А что мне делать? Я думаю, что каждый человек осознанно, когда уже стал в осознанном возрасте, да, начал задавать себе этот вопрос. Как мне жить? Что мне делать? Куда мне идти? Очень часто нас это волнует, когда нам нужно принять какое-то серьезное решение. А какое решение принять? Как поступить? И многие люди даже готовы большую цену платить за то, чтобы получить ответ на такой вопрос. Но Иисус говорит, не нужно. Просто поверь в Иисуса. Просто поверь в то, что Он есть твой путь, Он есть твоя истина, и Он жизнь. Когда тебе нужно знать, куда нужно идти и что нужно делать, Иисус хочет сопровождать тебя. Он хочет идти этой дорогой и направлять тебя, чтобы ты шел туда, куда есть Его воля в этом. Когда возникает вопрос, а как мне правильно поступить? Он говорит, я есть истина, я есть правда. Ты будешь знать, как поступить, если я буду жить в твоем сердце. Иисус есть жизнь. Жизнь. Скажи, Иисус есть жизнь. И сегодня доверь Ему свою жизнь. Особенно я хотел сегодня сказать
тому человеку, который, возможно, еще никогда не задавал себе вопрос такой в своем сердце. Может быть, никогда не обращался к Иисусу, то знай, что сегодня это тот день, когда Иисус может стать для тебя Господом. Он может стать для тебя тем, кто направляет тебя, кто любит тебя и благословляет тебя. Давайте мы обратимся к нашему Богу в молитве и прославим Его имя. Дорогой наш Небесный Отец, всем сердцем своим мы приходим к Тебе. Всей душой своей мы хотим прославить Тебя на этом месте. Радуемся сегодня в присутствии Твоем, осознавая то, что Ты, Бог наш, любишь нас, благословляешь нас сегодня в этот день. Благодарим Тебя, Отец, за Твоего Сына Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Иисус, за то, что Ты пришел для того, чтобы отдать свою жизнь за каждого человека. Спасибо, что сегодня есть день благодати, что сегодня мы можем уповать на то, что Ты прощаешь, то, что Ты спасаешь, то, что Ты являешь Твою милость сегодня в этот день. Господь, спасибо Тебе за это. Благослови сегодня это собрание. Благослови, чтобы каждый из нас сегодня на этом месте переживал Твое присутствие, чтобы мы осознавали, что Ты на этом месте, живой Бог, являющий Твою силу и благодать. Направь сегодня каждого из нас, чтобы мы могли идти правильно тем путем, которым Ты хочешь вести нас. Благослови, Господь, чтобы в наших сердцах жила Твоя правда, Твоя истина, и чтобы мы сегодня, уповая на Тебя, имели жизнь и жизнь с избытком. Наполни нас Твоей силой, и пусть на этом месте прославится святое имя Твое, наш Бог Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аллилуйя, воздадим славу нашему Богу. Господу, который сейчас на этом месте, Господу, который слышит каждый день нас, Богу, в котором вся есть наша жизнь, и здоровье, и счастье, и успех. Все есть в нашем Боге, наше будущее в нашем Господе. Воздай сегодня Ему славу, Он достоин. Аллилуйя!
этом месте, что Твое здоровье, Твое исцеление, Твое спасение, Твое освобождение в Твоем Боге. Нашего Господа, ликуем пред Ним, ибо мы знаем, Он подарил нам жизнь чудесную, даровал нам все для этого. Будем еще больше славить нашего Бога. Благословен Ты, Господь! Аллилуйя! Мы хотим, Боже, излить все, что есть в нашем сердце, все эти слова благодарности, всю ту любовь, что есть у нас к Тебе. Боже, мы благодарим Тебя за то, что каждый день Ты слышишь нас, каждый день Ты милуешь нас, каждый день Ты с нами. Слава Тебе, Иисус! Аллилуйя! Хвала Тебе! Слава Тебе, Иисус! Аллилуйя! Навсегда ты мой первый.
сердце навсегда. Ты мой верный друг, я люблю тебя. Наш Царь и Бог. Мы прославляем Тебя, наш Творец. Мы прославляем Тебя, наш Искупитель. Мы прославляем Тебя, наш Бог и наш Отец. Мы хотим провозгласить сегодня на этом месте. Ты вся наша жизнь. Ты тот, кто дал нам возможность появиться на этот свет. Ты дал нам возможность жить на этой земле. Ты тот, кто искупил нас от суетной жизни. Ты тот, кто избавил нас от греха, зла и беззакония. Ты тот, кто заплатил за наши грехи ценой своей жизни, ценой своей крови. Ты тот, кто воскрес ради нашего оправдания. Мы благодарим Тебя. Ты тот, кто с нами во все дни до скончания века. Ты вчера, сегодня и во веки тот же. Мы прославляем Тебя на этом месте. Мы благодарим Тебя за Твое присутствие. Мы благодарим Тебя за Твой Дух, который Ты изливаешь на детей Твоих и на церковь Твою. Мы просим Тебя, веди нас, направляй нас сегодня. Дай нам еще больше познать Тебя. Дай нам еще больше наполниться верою в Тебя. Дай нам еще больше укорениться и утвердиться в Тебе сегодня. Мы хотим, Господь Иисус, встретиться с Тобой. Благослови нас. Благослови все это служение. И прославься на этом месте. Мы провозглашаем, Ты есть вся наша жизнь. Ты есть все необходимое для жизни и благочестия. И Тебя одного на этом месте. Мы славим, мы превозносим и мы возвеличим. Прими, Господь, всю честь, всю славу и всю хвалу. Во имя Иисуса Христа. Аминь. И давайте прославим нашего Господа. Спасибо Тебе, Иисус. Ты есть наша жизнь, Ты есть наше упование. Мы возвеличим Тебя и мы благодарим Тебя. Вся слава нашему Богу. Братья и сестры, мы не будем присаживаться, мы помолимся за наших деток. Детки от 3 до 6 лет имеют возможность во время центрального служения посещать служение воскресной школы, которое проходит внизу в классах в малом зале. Даже если вы пришли сегодня в первый раз, с вами ваш сын, дочка, может быть внук, внучка, от 3 до 6 лет после молитвы вы сможете их отпустить в фойе, их встретят учителя воскресной школы, а после служения вы заберете их внизу в классе в малом зале. Помолимся за наших детей. Отец, во имя Иисуса Христа, мы молимся и благословляем Твое святое имя. Господь Иисус, мы знаем, что Ты особенным образом любишь детей. Ты сказал в Своем Слове, пустите детей приходить ко Мне и не препятствуйте им. Мы просим Тебя, Господь, чтобы Твое благословение покрыло наших детей, чтобы их юные сердца, они были открыты для Слова Твоего, для Духа Твоего, чтобы с ранних лет жизни они познавали Тебя и следовали за Тобою. Боже, благослови все служение воскресной школы. То, что Ты хочешь вложить в них сегодня, вложи. То, что Ты хочешь открыть им сегодня, открой. Мы молимся и просим, благослови. Благослови вас, учителей воскресной школы, чтобы на них был Твой Дух, Твоя сила, Твоя любовь, Твое здравомыслие, Боже. Мы их благословляем. Во имя Иисуса Христа и учителей, и детей, и все служение воскресной школы во имя Иисуса. Аминь. Можем отпускать деток, а мы можем присаживаться, братья и сестры. Слава нашему Господу! Кто у нас стоит, можно проходить, занимать места. Там, где есть... Возле вас свободное место, вы можете поднять руку. Группа помощи поможет людям найти места, чтобы все могли сесть. Проходите, пожалуйста, садитесь. Братья и сестры, прошу несколько минут нашего внимания. Перед нами очень важное объявление.
Первое наше объявление о том, что сегодня у нас состоится служение клубов. Каждое воскресенье у нас проходит подростковый и молодежный клуб. Подростковый клуб – это для детей или для подростков, уже скажем, от 12 до 15 лет. Молодежный клуб – от 15 и старше. Подростковый клуб проходит у нас в 17:00 по воскресеньям, и проходит он при выходе из храма, вот от меня с правой стороны, или при въезде в храм, да, от меня с правой стороны, вот у нас есть трехэтажное здание на третьем этаже, в 17:00 проходит подростковый клуб. Молодежный клуб проходит у нас в храме, в малом зале, в воскресенье, это будет сегодня в 18:00. Подростковый клуб в 17:00, молодежный клуб в 18:00 сегодня. Приглашаем всех желающих. Следующее наше, в эту среду, которая будет перед нами, у нас будет лидерский семинар. Семинар для всех лидеров, для всех помощников. Он состоится в 19:00. Перед семинаром в 17:00 будут специальные семинары для лидеров детского клуба, подросткового и молодежных клубов. В 19:00 общий лидерский семинар. Мы приглашаем всех лидеров, всех помощников, всех желающих. А в 17:00 специальные будут семинары для лидеров подросткового, детского и молодежного служения. Следующее наше воскресное служение у нас будет праздничное служение. Мы будем праздновать праздник въезд Иисуса Христа в Иерусалим. На первом потоке у нас также будет одно прекрасное знаменательное событие. У нас будет венчание, будет венчаться сын нашего старшего пастора Алексея Савочка и Шпинда Лиля. Слава нашему Господу, и мы можем порадоваться вместе с нашим старшим пастором, с пастором Ниной, с Лешей, с Лилей. Быть свидетелями рождения новой прекрасной благословенной семьи. И знаете, так как будет проходить торжество, оно будет проходить в малом зале, поэтому между первым и вторым потоком малый зал, именно на этом служении он будет закрытый. И воскресная школа, она будет проходить на следующий раз в помещении, там где проходит детский клуб. На третьем этаже, при выходе из храма, на третьем этаже, в трехэтажном здании, будет проходить служение воскресной школы. А также для мам, для детей специально организовывается звуковая трансляция. Она будет сделана на улице, при выходе из храма, будут выведены колонки. И мамы с детками, верим, будет хорошая погода, они смогут быть на служении и слышать служение, так как малый зал будет закрытый, на улице, при выходе из храма. И еще одно наше объявление о том, что через две недели мы будем праздновать прекрасный праздник, праздник Пасхи, праздник воскресения нашего Господа Иисуса Христа. На этом служении мы будем молиться и благословлять хлебы, а самое главное, будем радоваться воскресению Господа Иисуса Христа. Можем приглашать на этот праздник наших неверующих, родных, близких, знакомых. Мы верим, что Бог, воскресение Господа Иисуса Христа коснется их жизни, и их жизни будут изменены. А сейчас я хочу сделать еще одно объявление. Сейчас у нас состоится священнодействие, посвящение детей. Я хочу вызвать на эту сцену под наши аплодисменты родителей вместе с детьми. Семенец Владислав Дмитриевич, Иваненко Дмитрий Александрович, Задорожная Соломия Олеговна, Карпов Даниил Евгеньевич, Сивов Семен Александрович и Рафальский Александр Александрович. Проходите, пожалуйста, на сцену. Можно чуть-чуть левее еще, чтобы все могли поместиться. Давайте еще аплодисментами поддержим родителей вместе с детьми. Такие прекрасные, красивые детки. Можно чуть-чуть еще левее, чтобы мы могли все поместиться. Слава нашему Господу! Сейчас мы будем молиться, благословлять детей, посвящать их Господу Иисусу Христу. И знаете, перед нами, как перед родителями, есть серьезная ответственность за будущее наших детей. Знаете, мы все хотим, чтобы наши дети выросли, они выросли хорошими людьми, они имели хорошие профессии, они были, знаете, воспитаны правильно. Очень важно, чтобы они служили Богу. Перед нами, перед родителями есть серьезная ответственность. И знаете, когда мы это понимаем, у нас стоит вопрос, а где нам взять силу для этого? Где нам взять достаточно любви, чтобы покрывать разные детские поступки? Ведь дети себя ведут по-разному. Где нам взять, знаете, мудрость, как правильно воспитать детей, что делать, а что не делать? Знаете, Слово Божье дает нам ответ на этот вопрос. Второе послание к Тимофею, 1 глава, 7 стих написано. «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия». Знаете, любовь, сила, мудрость – это то, что Бог дает через свой дух. Поэтому, знаете, первое хотел бы сказать вам, будьте открыты для Господа, держитесь за Бога. Настоящая любовь,
Настоящая сила для того, чтобы правильно воспитать детей, наставить их на правильный путь Божий. Настоящая мудрость приходит в нашу жизнь тогда, когда мы, как родители, держимся за Бога. Знаете, когда Иосиф и Мария, перед ними стояла серьезная ответственность воспитать не просто ребенка, это был Божий Сын Иисус Христос. И благодаря тому, что они держались за Бога, благодаря тому, что на них был Дух Божий, они смогли сделать эту миссию. Когда мы будем держаться за Бога, мы тоже сможем воспитать наших детей правильно. И знаете, для того, чтобы Дух Божий был в наших сердцах не должно быть духа страха. Написано, Слово Божие говорит, Бог не дал нам дух страха, страх приходит не от Бога. Очень часто, когда мы понимаем всю ответственность, приходит страх и переживание. А сможем ли мы детей наставить? А сможем ли мы их вырастить? Знаете, страх, он не от Господа. Я хотел бы пожелать вам, храните ваши сердца от страха. Когда-то Иаир, начальник синагоги, он пришел к Иисусу, у него было переживание за свою дочь. И Иисус ему сказал две вещи, он сказал, не бойся, только веруй. Знаете, страх – это вера со знаком минус, который притягивает всякие проблемы, всякие переживания в нашу жизнь. Иов когда-то сказал, чего я боялся, то меня и постигло. Знаете, храните ваши сердца от страха. Страх – это не от Бога. И пускай Дух Божий будет в вашей жизни. А когда Дух Божий есть в нашей жизни, через Дух Божий приходит и сила, и любовь, и здравость, мудрость, как воспитывать наших детей. Пусть Бог благословит, и мы верим, что наши детки, ваши дети, они вырастут и будут огромным благословением. Давайте, церковь, мы сейчас поднимемся, мы будем помазывать елеем, посвящать детей, отделять для Господа Иисуса Христа. Отец, во имя Иисуса, мы молимся, мы помазываем елеем, мы благословляем и посвящаем этого ребенка Тебе. Мы молимся, мы благословляем, посвящаем Тебе нашего брата во имя Иисуса Христа. Мы молимся, чтобы Твой Дух был на каждом ребенке. Мы просим, чтобы Твоя благодать, Твоя милость, Твоя защита была над каждым из них. Мы молимся, мы помазываем, мы отделяем, Господь, для Тебя каждого ребенка во имя Иисуса Христа. Мы просим, чтобы Твоя рука, Господь, Твоя рука сильная, могущественная, она прикоснулась к этим детям, чтобы Ты принял их, чтобы Ты прикоснулся к ним, чтобы Ты наполнил их и благословил. Мы благословляем этих детей, посвящаем и отделяем для Тебя. Мы просим, чтобы Твоя защита, Твоя охрана, Твоя, Господь Иисус, благодать была над ними. Мы просим, чтобы Твой Дух был над ними. Мы просим, чтобы, Господь, их сердца были наполнены Твоим Божьим Духом. Чтобы в их сердцах была Твоя сила. Чтобы в их сердцах была Твоя любовь. Чтобы в их сердцах, Господь, была Твоя мудрость. Мы их благословляем, чтобы они шли правильными путями. Мы благословляем родителей, чтобы в их сердцах не было духа страха. Мы благословляем, чтобы в их сердцах был Твой Божий Дух. Дух силы, любви и целомудрия. Мы благословляем во имя Иисуса Христа. И пускай Твоя благодать, Господь, покрывает родителей. Дай им мудрости, дай им водительство Твоего, чтобы они могли правильно наставить своих детей, чтобы когда они вырастут, они не уклонились от истин Твоих, от путей Твоих. Мы их благословляем, Господь, чтобы Твое предназначение, которое имеешь для жизни этих детей, они могли исполнить и прославить Твое святое имя. Мы Тебя за все благодарим, отделяем этих детей для Тебя и просим, покрывай их, ихнее здоровье, все сферы их жизни, их дух, душу и тело. Мы вверяем их сегодня в Твои святые руки. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава нашему Богу. И мы поздравляем вас, ваших деток. Не уходите. Еще для нас, для вас у нас есть подарки от церкви. Мы хотим подарить вам Библии. Знаете, Бог благословил нас такими прекрасными, новыми детскими Библиями. Так они выглядят. Они имеют новую печать. Да, они иллюстрированные в картинках, они достаточно, знаете, недешевые эти Библии, поэтому на каждом нашем посвящении теме мы будем дарить Библию вот такого вот формата, не на украинском языке. Пусть Бог благословит, мы вручаем родителям, читайте вашим детям Слово Божье, пусть Бог благословит. И также мы хотим вручить вам свидетельство. Свидетельство о том, что ваши дети сегодня, 21 апреля 2013 года, были посвящены Богу через молитву и благословение Церкви Спасения. Пусть Бог благословит, вручаем. Задорожная Соломия спит мирно у папы на руках. Семенец Владислав. Владислав. Иваненко Дмитрий. Дима, держи. Ты сам можешь держать уже. Сивов Семен. Вручаем вам. Рафальский Александр, Саша, держи, занят, держит Слово Божье. Карпов Даниил, вручаем вам. Божий к вам благословений, проходите, пожалуйста, садитесь, пусть Бог благословит вас.
Слава нашему Господу! Мы радуемся за родителей вместе с детками. Перед нами, братья и сестры, время поклонения, мы не будем присаживаться. Я хотел бы прочитать Слово Божие, это Евреям, 13 глава, 8 стих. Написаны такие слова. «Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же». Знаете, когда мы читаем Слово Божие, когда мы читаем Евангелие, и мы видим те истории, когда люди, которые жили в то время, они могли приходить к Иисусу Христу, Он был в плоти, они могли приходить к Нему с разными нуждами, с разными переживаниями, с разными жизненными вопросами. И знаете, я не знаю, как у вас, но у меня всегда возникал вопрос, вот хорошо бы было жить нам в то время. Мы могли бы также подойти к Иисусу, мы могли также прикоснуться к краю Его одежды, мы могли также, как Вартимей, например, кричать: «Иисус, Сын Давидов, помилуй меня». Но знаете, Слово Божье говорит для нас, что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Он не меняется, Он не изменился. Слово «сегодня», оно означает не просто «сегодня», оно означает «ныне». Так же, как тогда, 2000 лет назад, как мы читаем на страницах Евангелия, так и сегодня, в это время, ты и я, своей верою, мы можем прикоснуться к нашему Господу Иисусу Христу. Сейчас особенное время, время поклонения. Знаете, тогда нужна была вера для того, чтобы прийти к Иисусу как к Сыну Божьему. Люди видели человека, но им нужна была вера, чтобы поверить, это Сын Божий, это Господь, это Тот, кто может ответить и благословить каждого человека. Точно так же и нас сегодня. Мы не видим своими физическими глазами нашего Господа, но нам надо наша вера в наших сердцах. И нашей верой сегодня ты и я, мы можем прикоснуться к Иисусу. Он вчера, Он сегодня, и Он вовеки тот же самый. Он не изменился. Так как Он исцелял 2000 лет назад, Он исцеляет и сегодня. Так как Он прощал 2000 лет назад, Он прощает и сегодня. Так как Он отвечал на самые острые жизненные нужды и переживания, Он отвечает и сегодня. Как можно было с Ним поговорить тогда, так можно поговорить с Ним и сегодня каждому из нас. Давайте нашей верою придем к Иисусу, который вчера, сегодня и вовеки тот же. Поклонимся нашему Господу. Тишине и слова любви излью к тебе. Потекут из моих уст, пусть коснутся.
драгоценный Господь Иисус Христос. Мы чтим Тебя, мы святим Тебя на этом месте. Мы бесконечно благодарны Тебе за Твою жертву на кресте. Мы благодарны Тебе, Иисус, что Ты оставил небо, трон. Ты пришел на эту землю ради нас. Мы благодарны Тебе, Господь Иисус, что Ты жил среди нас. Мы благодарны Тебе, Иисус, за Твою жертву Голгофскую. Мы благодарны, что на кресте Ты понес все наши грехи, немощи, проклятия. Мы благодарны, что Ты понес наше осуждение и нашу вину. Мы благодарны за то, что Ты умер и на третий день воскрес. Мы благодарны Тебе, что Ты вознесся, и Ты сейчас на небе готовишь нам место. Мы благодарны Тебе за небеса, за нашу вечную жизнь. Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что Ты приготовил любящим Тебя. Мы благословляем Твое святое имя, Иисус Христос. Ты есть наш Бог, наш Господь, наш Спаситель, Иисус Христос. Ты сильный посреди своего народа. Ты сильный посреди своей церкви. Ты есть Бог славный посреди своей церкви. Мы благословляем Тебя, наш Бог. Люблю Тебя, Ты жизнь, Ты жизнь моя. Что мы Твой народ, мы Твоя церковь. Ты есть глава, а мы тело. Дорогой Господь, когда мы собираемся вместе, имеем общение с Тобою и друг с другом, кровь Иисуса Христа, Сына Божьего, очищает нас от всякого греха. Кровь Иисуса Христа дает все потребное для нашей жизни. Мы сегодня верим, Ты будешь очищать нас от всего непотребного. Ты будешь давать нам все важное и полезное. Сегодня благодать спасительная для всех человеков коснется каждого сердца. Ты наполнишь наши души Духом Святым. Мы благодарны Тебе, Господь, что мы сегодня напитаемся хлебом живым, который есть Иисус Христос, Божий Сын, сошедший с небес для нас. Мы благословляем Твое святое имя, провозглашаем силу Твоей крови, крови Иисуса Христа. Мы благодарны Тебе, Господь, что Ты сегодня будешь прощать, исцелять, избавлять. Ты сегодня будешь вершить свою волю. Благословен Господь, Спаситель наш, во имя Иисуса Христа. Аминь. Дорогая церковь, какая привилегия быть Божьим народом. Какая привилегия, что можем собираться вместе. И кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Мы можем рассчитывать на Бога. Наш Господь не забыл нас. Наш Господь с нами. Он сегодня услышит каждую молитву. Знай сегодня, Бог помилует тебя. Если ты будешь искренне уповать на Него, Бог помилует. Не смотри на свою нужду, не смотри на свою проблему. Смотри на Иисуса Христа, потому что Он больше всего. Он нам изменит обстоятельства твоей жизни. Он имеет власть на это. Мы будем молиться и верить, что Бог ответит на каждую нашу нужду. Но прежде чем будем совершать молитвы за наши личные нужды, мы совершим три молитвы за церковные нужды. Этот месяц, который перед нами, мы начинаем новый пост. И кроме нужд, как обычно, мы молимся за нашего епископа, мы молимся за пастырей поместных церквей. Мы этот месяц назвали пастырским месяцем, чтобы молитвенно послужить всем пасторам. Пастырям поместных церквей, пастырям районов, пастырям домашних церквей и всем тем людям, которые отдали свое сердце для служения Богу. Какое бы служение вы ни несли, мы будем благословлять в этом месяце, чтобы Бог услышал ваши молитвы, чтобы Бог внял вашим молитвам. Поэтому первая наша нужда, мы будем молиться за пастырей. Я прошу братьев, которые будут совершать молитвы, поднимитесь, пожалуйста. Дорогая церковь, наша вторая нужда, о чем мы будем молиться? Мы будем молиться за дороги. Кто ездит по дорогам, вы знаете, почему нам нужно совершать эту молитву. Мы недавно были в поездке в Кременчуг. Мы еле доехали туда, еле доехали обратно.
Я смотрю на тех братьев, которые сейчас едут по дорогам, как на героев. Те, которые ездят на служение Богу. Герои. Они не жалеют свои машины. Но очень хочется, чтобы дороги починили. Очень хочется, чтобы Бог благословил, дал все необходимое, расположил сердца, чтобы наши дороги были хорошими на Украине. Поэтому давайте мы свершим нашу первую нужду. Свершим молитву за первую нужду. Давайте мы помолимся за благословение каждого пастора, за благословение каждого служителя. Пусть в этом месяце особая благодать Божья сойдет на церковь, и Бог послужит каждому служащему Ему. Дорогой Иисус, прежде всего я хочу благодарить Тебя за то, что Ты доверяешь нам служить на ниве Твоей. Сейчас я хочу молиться за каждого, кто трудится на ниве Твоей, кто служит во славу Твою, Господь, которого Ты поставил на служение Твое. Господь, пусть Твоя сила и благодать прибудет на каждом. Господь, научи нас прежде всего любить так, как любишь Ты. Научи нас, Господь, иметь такое доброе пасторское сердце, чтобы мы всегда замечали нужду, чтобы мы никогда не могли пройти мимо нужды. Господь, пожалуйста, наполни нас любовью Твоей. Благослови нас и дай нам смелость, чтобы мы со смелостью следовали за Тобою, даже проходя через какие-то трудности. Господь, чтобы мы с верой смотрели на Тебя, зная, что Ты совершаешь, что Ты Бог, который ведет нас. Господь, научи нас быть верными людьми, чтобы мы были верными Тебе, как верные управляющие, домостроители Царства Твоего. Господь, которым Ты доверяешь, научи нас, Господь, перед Тобой стоять каждый день и слушать Тебя, чтобы мы могли следовать за Тобой, Господь, и делать только то, что Ты хочешь. Помажь нас и благослови. И наполни нас Духом Твоим Святым. Наполни каждого служителя Духом Твоим Святым, чтобы мы могли служить дарами Духа Твоего. Господь, потому что мы не можем служить своими какими-то делами, своими действиями. У нас для этого нет инструментов. Но у нас есть прекрасные дары Твои, Господь. Наполни и помажь каждого, чтобы мы могли этим служить и прославлять Твое имя для созидания Церкви Твоей, тела Твоего. Во имя Иисуса Христа. Амінь. Бог наш і цар наш, ми взиваємо Тебе і молимо Тебе, Господь, за наші дороги. Перш за все, ми благодарні Тобі, Господь, за ті дороги, які є гарними, Господь, новими. Ми благодарні Тобі, Господь, за ті, які вже відремонтували, Господь. Але ми молимо Тебе і просимо, Господь, яви милість Твою на Україну. Яви милість Твою і благодать Твою, Господь, на кожного начальствуючого, Господь, над дорогами. Господь, благослови, укажи, Господь, коснись сердець, розположи, Господь, во ім'я Ісуса, благослови, щоб кожна ямка, вона була зроблена, Господь, добре. Господь, щоб кожен горбик, він був зрізаний во ім'я Ісуса Христа. Благослови, щоб дороги наші були добрими, гарними, удобними і безпечними во ім'я Ісуса Христа. Ми благословляємо всіх начальствуючих, Господь, від Кабінету міністрів, Господь, до будь-якого, хто працює в сільській раді, Господь, всіх, кого необхідно, Господь, коснись сердець во ім'я Ісуса. Я прошу Тебе благословити тих робітників, Господь, які безпосередньо кладуть цей асфальт. Вложи їм в серце, Господь, і мудрість, і совість во ім'я Ісуса, щоб вони, Господь, з доброю душою, Господь, і доброю якістю робили цю роботу во ім'я Ісуса Христа. Благословляємо, Господь, ці дороги. І ми просимо, захисти нас, захисти наші машини, транспорт во ім'я Ісуса. Збережи, Господь, від увечій, збережи від всяких катастроф, аварій, жертв. Збережи, збережи нам життя во ім'я Ісуса Христа. Нехай не буде кровопролиття, Господь, на цих дорогах. Во ім'я Ісуса, зупини це все і благослови. Нехай на цих дорогах, Господь, прославляється ім'я Твоє, Господь. Нехай кожен, хто їде, Господь, благословляє ім'я Твоє, Господь. Благослови. Ми благословляємо наші дороги, нашого міста, нашого району, нашої області, нашої України, Господь, во ім'я Твоє, во ім'я Ісуса Христа, для слави Твоєї. Амінь. Браті і сестри, наша третя нужда, яка буде молитві нам листочки, церковна нужда. Ми будемо молитися за дари Святого Духа, щоб церковь обогатилась дарами Святого Духа для созидання церкви. Давайте мы воззревнем и будем молиться о том, что Бог все 9 даров
Святого Духа, который описан в Коринфянам, пусть они действуют в церкви. Пусть не просто через каких-то определенных людей, а пусть каждый человек в церкви откроется для даров Святого Духа, и чтобы мы слышали, звучали пророчества, видели видение, сновидение, чтобы был дар веры, дар и языков, дар истолкования. Давайте будем молиться за обогащение церкви дарами Святого Духа. Наш драгоценный Господь Иисус, Ты глава церкви, а мы есть церковь тела Твое. Мы нуждаемся в водительстве Твоем, и мы благодарим Тебя, потому что до этого момента Ты вел и направлял нас. Ты изливал Твой Дух, Ты изливал Твою благодать, Ты открывался в Своих дарах. Но мы молимся и просим Тебя сегодня, углуби, дай нам, Господи, еще больше, дай нам, Господи, еще больше. Ты сказал в Своем Слове, что есть путь еще превосходнейший. Ты обещал в Своем Слове, Господь, что будет в последние дни. Ты изольешь от Духа Твоего на всякую плоть. Ты сказал, Господь, что это будет. Это будет на всякую плоть. Мы молимся и просим. Пускай на каждого члена нашей церкви изольется Твоя благодать, изольется Твой Дух. Пускай, Господь, начнут пророчествовать. Дай нам, Господь, видеть видение, сновидение. Дай нам, чтобы это все было к назиданию во имя Иисуса. Мы нуждаемся в Твоем водительстве. Мы нуждаемся, чтобы Ты направлял наши пути. Мы нуждаемся, чтобы Ты открывал нам, что делать, а что не делать. Куда идти, а куда не идти. Бог, мы уповаем на Тебя, излей от Духа Твоего на всякую плоть. Мы молимся и просим, пускай дары Твои проявляются, Господь, на каждой домашней группе. Пускай дары Твои проявляются на каждой поместной церкви. Пускай дары Твои проявляются в наших центральных служениях. Чтобы Ты открывал нам свою волю, чтобы Ты открывал нам то, что хочешь Ты, Господь. И мы могли быть верною церковью, которая следует и уповает на Тебя. Потому что мы не можем делать без Тебя ничего, и мы не хотим делать ничего. Благослови, Господь, открой наши сердца, умножь нашу жажду, умножь нашу ревность. Освети и очисти нас, Господь, и дай нам способности принять дары Твои, принять Дух Твой. Благослови народ Твой и веди и направляй. Поведи нас путем еще больше превосходнейшим во имя Иисуса. Мы благодарим Тебя и славим. Мы уповаем на Тебя. Спасибо Тебе за Твое водительство, за Твою благодать и за Твою милость. И да будешь прославлен Ты во имя Иисуса Христа. Аминь. Братья и сестры, присядьте ненадолго. Мы еще продолжим нашу молитву. Мы будем продолжать молитву за нужды. Прежде чем мы будем молиться за личные нужды, я хочу прочитать историю из Библии. Вы знаете, что женщина, которая 12 лет страдала кровотечением, она не могла вылечиться. Врачи не могли ей помочь. Она истощила все свои ресурсы. И она поняла, единственная надежда, которая есть у нее, это Иисус Христос. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей. Истощила все, что у нее было, не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Услышавшая об Иисусе, подошла сзади в народе, прикоснулась к одежде Его и поговорила, «Хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею». И тотчас иссяк у нее источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус почувствовал сам себе, что вышла из Него сила. Дорогие братья и сестры, эта женщина была в отчаянной ситуации. Возможно, вы сегодня в отчаянной ситуации. Возможно, что вы истощили уже все ваши ресурсы. Возможно, что уже все, кто мог, за вас помолились. Возможно, что все деньги, которые у вас были, вы истощили на врачей. И вместо того, чтобы стало лучше, стало еще хуже. Эта женщина была в такой же ситуации. Единственный шанс, единственная надежда у нее осталась, это Иисус Христос. Она пробиралась к Нему с верою, чтобы прикоснуться. Она не смела, она в очень большом смирении, она подкрадывалась сзади. И она говорила, если только прикоснусь к Его одежде, я выздоровею. Как только она прикоснулась своей верой к Иисусу, он почувствовал, что из него вышла сила. А у женщины источник болезни иссяк, и она стала здорова. Я прошу вас, дорогие братья и сестры, давайте мы сейчас точно так же верою проберемся к Иисусу Христу, прикоснемся к Нему, и мы верим, что от Него изойдет сила, и всякий источник болезни, немощи, то ли это духовная немощь, то ли душевная, то ли физическая, он иссякнет, и вы уйдете с этого служения здоровым человеком. Единственный выход – это Иисус Христос. Знаете, что будет? Мы будем сейчас молиться за нужды, которые написаны в корзинке. Возможно, вы не написали, вы стоите там.
Знаете, Бог видит каждое сердце, Он видит каждого человека. Где бы вы ни были, на балконе, под балконом, Бог смотрит на сердце, Он прочитает каждую нужду. Мы только что молились о дарах Святого Духа. Мы верим, что Бог обогатит свою церковь для того, чтобы она имела силу. Апостол Павел говорил, чтобы ваша вера утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. Пусть наша вера утверждается не на мудрости человеческой, но на Божьей силе, и мы будем видеть, что Бог живой среди своего народа. Я прошу вас, когда мы будем молиться за нужды, дорогие пастора поместных церквей и пастора районов, если Бог будет давать вам слово, пророческое слово или слово знания, на какую-либо ситуацию или на какого-то конкретного человека, который находится в этом зале, будьте открыты для его даров. И пусть сегодня Бог послужит через обыкновенные немощные глиняные сосуды для того, чтобы человек получил исцеление или избавление. Дорогие братья и сестры, те, которые будут, да, пастора, которые будут ревновать. Знаете, апостол Павел, он говорил о чудесах Божьих, которые совершались через него. Не для того, чтобы себя прославить, показать, какой я великий. Для того, чтобы имя Божье прославилось, он имел дерзновение открыть себя как сосуд, чтобы Божья сила потекла через него. Имейте сегодня и вы дерзновение пастора, что Божья сила сойдет через вас для того, чтобы послужить кому-либо из людей. И, возможно, ваше слово укрепит какого-то человека, он примет это верою и уйдет домой избавленным. Дорогая церковь, давайте мы поднимемся, будем совершать молитву за наши личные нужды. Пастора, если вам будет слово, смело выходите, пожалуйста, на сцену прямо во время молитвы. Дорогой брат, дорогая сестра, где бы ты ни был сейчас, как женщина, которая страдала, проберись к Иисусу Христу своей верою, прикоснись к Иисусу Христу, от Него изойдет сила, и ты ощутишь, как твоя проблема, она решилась. Дорогой Господь Иисус Христос, Ты вчера, сегодня и вовеки тот же самый Бог, всемогущий Бог, Бог, Которому подвластно абсолютно все. Мы в это верим всем сердцем. Мы верим, Иисус Христос, что на кресте Ты понес все наши немощи и все наши боли. Мы верим, что Ты победил дьявола, разрушил все его дела. Мы верим, Господь, что Ты Бог спасающий, исцеляющий и освобождающий. Ты имеешь власть над всякой болезнью, нечистым духом, одержимостью. Ты имеешь власть над всякой зависимостью. Ты имеешь власть изменить ситуации. Ты имеешь власть послужить каждому человеку и изменить его жизнь. Мы сегодня обращаемся к Тебе и просим, Господь, пробираемся, как эта женщина, к Тебе, чтобы прикоснуться к Тебе, Иисус. Исцели и избавь всякого человека, который сегодня болен. Исцели его от болезней и немощей. Пусть прямо сейчас усохнет источник немощи, и этот человек ощутит в теле, что он здоров. Какая бы ни была эта болезнь, хроническая, смертельная, Господь, или это что-то очень маленькое, прямо сейчас пусть изольется сила, и этот человек получит исцеление. Господь, если кто-то в тупике, плачет, не видит выхода, пошли выход во имя Иисуса Христа. Мы сейчас связываем действия всякого духа нечистого, который сковал человека, держит его в рабстве. Убирайся прочь во имя Иисуса Христа, мы лишаем тебя власти. Если кто-то сейчас пришел на это место в темнице греха, в темнице курения, пьянства, в темнице наркотиков, прямо сейчас во имя Иисуса пусть кровь святая очистит, и он выйдет из темницы. Благословляем этого человека. Дорогой Господь, Ты Бог чудес. Яви себя среди своему народа. Яви свою силу великую. Яви себя, Господь. Мы в Тебя веруем. Мы веруем, Господь. Постарайся, и слово можете проходить. Мы веруем, Господь. Мы веруем, Ты Бог живой среди своего народа. Если есть пастора, можете проходить на сцену. Я верю, братья и сестры, Бог показывает, что есть несколько человек, это и мужчины, и женщины, до 30 лет, которые борются с курением. Вы взываете к Богу, чтобы Бог освободил вас. Господь освобождает вас и дает вам свободу. Прославьте Бога. Господь жив среди своего народа. Слава Богу. Больше нету ни у кого слова от Бога. Если есть, то, пожалуйста, я прошу вас, пройдите на сцену, не ждите долго, потому что идет время служения. Я верю, что это от Господа. Бог исцеляет печень. И есть несколько женщин, у которых вот здесь вот какие-то болезни есть. Причем я видела это в старшего возраста. Женщин, вот здесь есть какая-то болезнь, я верю. Я не знаю, что, но мешает дышать.
Бог исцеляет. Є якась жінка, в якої пухлина в грудях, і її не можуть поставити діагноз, чи це злокачественно, чи не злокачественно. Сьогодні Господь вас исцеляє. Те, которые услышали это слово, вы знаете, что это для вас. Примите, пожалуйста, это сегодня верою, что Бог увидел вас, Господь увидел вашу проблему, и Он хочет дать вам выход. Дорогой Господь, мы благодарны Тебе за то, что Ты показал этих людей, что сегодня Ты увидел отчаяние их сердец, и сегодня, Господь, Ты хочешь поддержать их. Благослови их особенным образом, и пусть сегодня эти люди получат освобождение и исцеление. Мы их благословляем, Господь, и пусть они будут свидетелями Твоей славы и того, что Бог жив среди своего народа во имя Иисуса. Аминь. Церковь, давайте мы Бога сильно прославим и возвеличим Его. Слава Иисусу Христу! Слава, честь, хвала и величие нашему Богу, живому Богу! Слава Тебе, Иисус Христос! Ты есть наша жизнь! Мы не поколеблемся! Аллилуйя! Дорогие братья и сестры, присаживайтесь. Слава нашему Богу, великому, чудному, доброму, живому, милосердному Богу. Откройте, пожалуйста, вместе со мной 1 Коринфянам 3 глава. Первая Коринфянам 3 глава. Братья и сестры, прежде чем я буду говорить проповедь, я хочу привести два примера за последнее время у меня на сердце. Знаете, такое наблюдение. Один негативный, один позитивный. Знаете, один пример негативный. У меня в моем дворе такая есть точка, где собираются молодые люди, ну, ведут неправильный образ жизни, неправедный образ жизни. Молодые ребята, молодые девочки. Знаете, я смотрю на них, им по 20 лет. У них уже нету зубов. У них, я смотрю, да, тех, которые принимают наркотики, может быть, вы видели, такие пальчики, такие, знаете, набухшие, руки набухшие, потому что закупорка вен идет. Смотришь на них, они уже, многие из них, наполовину инвалиды в 20 лет. И когда я смотрела на этих молодых людей, я поняла, Бог не создавал человека для греха. Вы слышите, братья и сестры? Человек не создан для греха. Грех убивает человека. Человек создан для жизни с Богом, для праведной жизни. Это негативный пример. И один пример позитивный. Мы на этой неделе были у одного служителя Божьего в гостях. Это Глуховский Владимир Сергеевич. Многие его знают. Молодежь, которые были в лагере, вы знаете, он приезжал к нам. Я узнала, что он прихворал, и мы поехали его проведывать. Служителями нашей церкви поехали проведывать. Слушайте, человеку 87 лет. И полный жизни, ясный ум, здравое суждение. Знаете, мы к нему пришли, а у него стол, и на столе открыта Библия, какие-то книги, он все исследует, какие-то темы духовные. А вот только недавно, где заболел, говорит, ехал из Крыма, его пригласили там несколько церквей, он с ними там какие-то беседы проводил, ехал из Крыма на поезде. Я говорю, а вы скажите, вы по воскресеньям где в церкви? Он говорит, а меня каждый раз приглашают куда-то, я каждое воскресенье в новой церкви на проповедь приглашают. Я говорю, скажите, пожалуйста, а кто вас везет кто-то туда? Он говорит, нет, я добираюсь общественным транспортом. Ну вот на поезде, представьте, из Крыма, да, человек ехал. Слушайте, его 87 лет. Я на него посмотрела, я думаю, я хотела бы всем пожелать дожить до такого возраста, 87 лет, путешествовать, что тебя дома застать невозможно, иметь ясный, крепкий ум,
здравое суждение, очень бы хотелось пожелать всем людям крепкого здоровья до глубокой-глубокой старости. Аминь, братья и сестры. Человек, который будет жить с Богом, который будет жить с Богом. Вы видите, как люди приходят в церковь? Они молодеют. Ну нет, посмотрите на того, кто рядом. Ну посмотрите на него. Ну как прекрасно выглядит этот человек, послушайте. Но бывает, человек в церковь приходит такой, знаете, темный, серый. Сможешь, прошло какое-то пару месяцев, посветлел. Красивый стал. Одежда совсем другая. Глаза светятся. Бог начинает изнутри. Смотришь, это и внешне отражается. На здоровье отражается, на семьях отражается. На всех сферах жизни отражается. Мы становимся здоровее. Во всех сферах жизни здоровее. Знаете, как называется моя проповедь сегодня? В здоровом теле здоровый дух. Аминь. В здоровом теле здоровый дух. Знаете, когда я слышу это выражение, мне представляется такой спортсмен, в таких шортиках спортивных, маечки, и он такой весь, знаете, делает зарядку. В здоровом теле здоровый дух. Ну, когда не представляешь, что человек вот лежит на диване с пультом, в здоровом теле здоровый дух. Как-то вот что-то такое активное представляется. Давайте мы сейчас прочитаем с вами 1 Коринфянам, 3 глава, 16-17 стих. Сегодня наша проповедь будет о профилактике здоровья, профилактике. Слава Богу, что можем обратиться к Богу, он исцеляет наши болезни. Но знаете что, профилактика – это самое лучшее лечение. Это то, что не допускает болезням нас поработить. 3 глава, 16-17 стих читаю. «Разве вы не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог. Ибо храм Божий свят, а этот храм вы». Храм Божий свят, этот храм вы. Пожалуйста, поверни к своему соседу, скажи, ты Божий храм. Ты Божий храм. Ты храм Божий. И вы Божий храм. Храм, в котором живет Святой Дух. И здесь написано, что Бог спросит нас за то, как мы за этим храмом ухаживали. Ты являешься священником в храме, в твоем собственном храме, который есть твое тело. Ты священник. Для чего? Для того, чтобы ухаживать, следить, чтобы этот храм был в надлежащем состоянии. Бог дал нам этот храм, плоть, на время, поселил туда дух, и он хочет, чтобы мы ухаживали за этим храмом. Братья и сестры, я хочу дать сегодня 3 простых совета для профилактики нашего здоровья. То, что будет помогать нам хранить вот этот храм в хорошем, здоровом состоянии. Напишите первый совет, 3 простых совета. Их может быть очень много. Конечно же, это и правильное сбалансированное питание. Конечно же, это и здоровый сон, где-то в среднем 8 часов, чтобы не получилось так, что если 5 часов, потом думаешь, почему себя плохо чувствую систематически. Но я хочу, чтобы сегодня мы рассмотрели 3 таких простых совета по профилактике здоровья. Первый совет напишите. Физическая нагрузка. Физическая нагрузка. Братья и сестры, в наш век прогресса мы стали меньше двигаться. Вы со мной не согласны? Работы сидячие, машины у многих. Даже в магазин за хлебом я уже не могу идти пешком. Я привык к машине. Я в булочную езжу на машине. Да даже дети не играют в футбол, они сидят за компьютером и не играют за футбол по компьютеру. Вы согласны со мной? А от этого смотришь проблемы потом со спиной, потом смотришь проблемы с суставами, отложение солей и многое-многое другое. Знаете, мы были в Корее несколько лет назад, и там пастор, который проводил с нами семинары, каждый семинар у нас начинался с зарядки. Он приглашал спортсменку, и она в очень легкой форме. Это не значит, что нужно заниматься спортом профессионально, да, каждому. Каждый раз мы занимались буквально несколько минут зарядки перед семинаром. Включали организм в работу, чтобы он не заснул. И он нам говорил простые, очень мудрые слова. Послушайте, собака или кошка, когда утром встали, они подтягиваются, чтобы размять свои кости. А насколько ж человек ленивый, и он не хочет этого делать. Просто зарядка 5 минут. Братья и сестры, хочу вас спросить. Просто ради интереса. Кто начинал когда-то в своей жизни делать зарядку или бегать на стадионе? Начинал. Но нам же лень довести это до конца. А знаете чего? На третий день крепатура. Потом лень. Раз сбился, два сбился. На третий раз уже желания нету. Самое страшное, пережили крепатуру, а потом нет желания. Нет, чтобы продолжать. Братья и сестры, это зарядка, утренняя зарядка.
несколько минут она поможет нам разминать наши кости, она поможет нам, нашему позвоночнику и многим нашим органам хорошо работать. Я помню, как мы поехали на Гавайи несколько лет назад. Братья говорят, не надо вспоминать. Нет, уж надо. И идем мы на Гавайи, молодежь с нами. А мы выбрали такой маршрут, там был маршрут очень такой легкий, средний и очень крутой. Мы выбрали средний. И вот мы идем на Гавайи, молодежь поскакала вверх. Ну, сзади зрелая молодежь мы идем. И мы какой-то участок проходим, и с Ниной Карман мы фотографируемся. Нина любит фотографировать, и мы то так фотографируемся, то так. А братья двоюры говорят, да послушайте, что же вы фотографируете все время на фоне нас? Хоть на фоне нас не фотографируетесь, потому что вы такие бодрые, а ведь мы все время на четвереньках ползем, потому что мы за рулем все время, мы разучились ходить. У нас уже нет силы ходить, если бы на машине можно было на Гавайи выехать. Братья и сестры, нам нужно опять научиться ходить для нашего личного здоровья. Знаете, Иисус Христос, Он очень много ходил, и Его ученики много ходили. Очень интересные факты для вас. Пожалуйста, высветите первое место Писания. Первое место Писания. Братья и сестры, вы помните историю Корнилия? Когда Петр должен был прийти к Корнилию, Корнилий послал туда гонцов, и они должны были привести Петра. Я никогда в жизни не думала, сколько километров прошли эти люди. Давайте вместе прочитаем это место. Тогда Петр, пригласив их, угостил, а на другой день встал, пошел с ними, и некоторые из братьев Иопийских пошли с ним. В следующий день пришли они в Кесарию. Корнилий же ожидал их, созвав родственников своих и близких друзей. Я никогда не задумывалась, сколько километров прошли эти люди. Знаете, сколько занимал путь от Иопии до Кесарии? Я посмотрела, взяла специально карту, разложила. Это 60 километров прямо, не считая, что дорога могла быть извилистой, и поэтому километраж мог увеличиться. Слушайте, они прошли 60 километров. Я специально вчера посмотрела, для сравнения, до Броваров или до нашего Мотыжина 37 километров. Вот давайте сравним. Представьте, почти в два раза больше путь, чем до Броваров. Взял на спину, да, и пошел. Взял на спину рюкзачок и пошел. Так даже не было машин, они ездили, они ходили пешком. Они проходили очень длительное расстояние. Смотрите, следующее место. Иисус, и отпустив их, пошел на гору помолиться. Мы были в Израиле. Это не пригорочек, это не холмик. Это такие горы, куда надо было тратить великое физическое усилие, чтобы взобраться. Иисус имел обыкновение молиться на горе. И его ученики также. Братья и сестры, когда апостол Павел, написано, обошел в своих миссионерских путешествиях, он обошел весь Израиль, он обошел Сирию, он обошел Турцию, Грецию, даже добрался до Италии. Это все своими ногами. Братья и сестры, смотришь, да, апостолы, они дожили, вот апостол Павел, ему было около 70 лет, когда он, его казнили. Но это был человек до последнего дня жизни, он служил, он ходил, он был бодрый. Почему? Они давали физическую нагрузку своему организму. Они ходили своими ногами. Я хочу вам сегодня дать совет, братья и сестры, особенно те, у которых сидячая работа. Знаете, те, которые работают с молотком, возможно, что третий пункт вам подойдет, который я буду говорить. А вот в этом пункте, те, у которых сидячая работа, вы мало двигаетесь, примите себе за решение. Если есть возможность идти, я пойду. Если есть возможность или две остановки на маршрутке проехать, или идти пешком, я пойду пешком. Если есть возможность идти, ехать на лифте или идти вверх, я пойду на, пешком. Почему? Это зарядка. Это зарядка, это гимнастика для твоего организма. Для чего? Для того, чтобы быть здоровее. И знаете что? Быть в форме. Аминь, братья и сестры. Это был первый мой пункт. Второй пункт. Мой второй совет. Профилактика здоровья. Напишите профосмотр. Профосмотр. Профилактический осмотр. А другими словами, этот пункт называется «Врачи не враги». Врачи не враги. И место Писания. Эта Библия доказывает нам, что врачи не враги. Смотрите, что написано. «Приветствует вас Лука, врач возлюбленный, и Димас». Нигде не укоряется врач, ай-яй-яй, это великое неверие, если врач. Нет, врач Лука был. Он сопровождал апостола Павла в миссионерских путешествиях. Смотрите, что говорил Иисус. Иисус же, услышав это, сказал, не здоровые имеют нужду во враче, но больные. То есть он допускал, что больные могут иметь нужду во враче. Это нормально. Братья и сестры, я помню, как я только покаялась. Зубы болели. У вас никогда зубы не болели? И знаете, чего я ждала? Я тогда книжки читала про конец света, я ждала пришествия Господа Иисуса Христа.
Мне так не хотелось идти к зубному врачу, вам правду хочу сказать. Мне так было страшно. Это сейчас зубные врачи милосердные. Они сейчас очень милосердные. Вы вспомните тогда, кто попадался в руки к зубному врачу. Они с такой малюсенькой дырочкой умели взять, а такую огромную. И вот я ждала пришествия Господа Иисуса Христа, чтобы полечить себе зубы. Мою маму возили к зубному врачу исключительно на скорой помощи. Она не ходила туда своими ногами. А сейчас, оглядываясь назад, да, можно было полечить, а не вырвать. Но мы не дожидаемся этого. Вернее, мы дожидаемся того, что уже зубов нету, тогда мы собираемся их лечить. Дорогие братья и сестры, я лечила зубы на прошлой неделе. Не потому, что они у меня болели, я хотела сделать профосмотр. И знаете, зубной врач мне сказал о том, что уход за зубами, он предотвращает тем, чтобы зубы заболевали и портились. Утром, вечером не лениться, хорошо, качественно зубы чистить. Особенно утром у нас еще хватает времени, а на вечер уже нет. Но вот как раз вечером это необходимо, чтобы зубы были чистые. Не просто 3 секунды, а, между прочим, советую 2-3 минуты минимум почистить зубы. И так вот даже где десна, чтобы помассажировать их. Что-то это предотвращает заболевание зубов. И чем раньше мы обращаемся к врачу, тем легче устранить проблему. Я вам приведу пример. Недавно мы на домашней церкви оговаривали здоровье наше. И Стас, у меня есть брат Стас на домашней группе, у него несколько месяцев очень сильно болел палец. Я помню, мы в прошлом году собирали грибы, он стонал, возьмет что-то и больно, 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 больно постоянно. Болит, болит рука, болит палец. А у меня была похожая проблема с рукой. Я в прошлом году шла в переходе, зацепилась босоножком, упала и очень сильно ударилась, выбила себе руку. Потом добавила, проехала на мотоцикле, с мотоцикла упала. В общем, рука болит. И вот мы сидим, стонем на домашке. Стас стонет, потому что у него болит палец. Я стону, потому что болит рука. Болит постоянно, не прекращаясь. Не могу повернуть ни вправо, ни влево. Боль страшная. И знаете что, посмотрели друг на друга, мы и решили пойти к врачу. Приходим мы туда. Сестра Ниночка помогла нам определиться с врачами. Приходим. Один совет Стасу. Один совет. В тот же день он этот совет принял. Буквально несколько дней перестала болеть рука по сей день, потому что специалист дал квалифицированный совет. Знаете, что дали мне? Сказали, что просветили, да, сделали рентген руки, сказали, что с рукой проблемы никакой нету. Наверняка у вас может быть проблема с шейным позвоночником. Поэтому нужно делать зарядку, и больше ничего, только зарядку. Казалось бы, где рука, а где шея, да, или где там позвоночник. Но я начала делать зарядку. Уже несколько месяцев подряд, каждое утро, по чуть-чуть, я делаю зарядку для позвоночника. И знаете, что я заметила? Буквально прошло пару недель, у меня перестала болеть рука, я ее даже не лечила. Просто зарядка. Рука не болит по сей день. Оказывается, в нашем организме все взаимосвязано. Один совет специалиста помог устранить проблему. Братья и сестры, мы не учим сейчас неверию, что нужно, да, мы не верим в Иисуса, не обращаемся за исцелением. Слава Богу, что можем обращаться к Иисусу за исцелением. Он исцеляет и большие нужды, и даже прыщик. Пастор Сережа Сергенко когда-то свидетельствовал, что прыщ был на служении. И он говорит, Боже, я так не хочу этого прыща. Закончилось служение, прыща нет. Да, мы знаем, что нужно плакать о раке или другой проблеме, но прыщ, Богу нужен и твой прыщ, потому что он твой отец. Но, братья и сестры, есть многие вещи, что можно не допустить, чтобы эти болезни к нам пришли. Поэтому, знаете, машина, у кого есть машины, делаем техосмотр. Когда мы делаем техосмотр? Когда уже все подваливалось? Нет, машина пробегает какое-то определенное количество километров, да? И братья или сестры знают, что нужно сделать техосмотр, нужно поменять масло, нужно сделать какой-то, возможно, мелкий ремонт. А для чего делается техосмотр? А для того, чтобы не было аварий на дорогах и смертей, чтобы не получилось так, что машина едет, а у нее уже тормоза не работают и отваливаются колеса. Если машине делаем техосмотр, насколько человек дороже и лучше машины? Аминь, братья и сестры. Пусть это будет для нас такой техосмотр. Осматривать себя, свое здоровье, чтобы не допустить аварий и смертей на дороге. Аминь, братья и сестры. Поэтому не ленись. Не ленись. Третий пункт. Третий пункт напишите. Первый – это физическая нагрузка. Второй – профосмотр. И третий напишите – это отдых. 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 Это же для тех людей, которые физически трудятся серьезно. И не только физически. Ну, у них зарядка есть каждый день физическая. Отдых. И здесь какое слово написано второе? Ну, скажите мне. Систематически. Мы сейчас поймем, о чем речь.
Братья и сестры, я хочу сейчас сказать что-то очень важное, очень важное. Мы сейчас говорим о здоровье, о профилактике здоровья. Братья и сестры, мы устаем не от работы, а от отсутствия отдыха. Я еще раз хочу вам сказать. Мы устаем не от работы, а от отсутствия отдыха. Я еще раз скажу вам это. Лично вы конкретно, вы устаете не от работы, а от того, что вы не отдыхаете. Вот и все. Какая бы ни была работа, она может быть даже очень серьезная, сильная. Если вы будете отдыхать, вы будете чувствовать себя хорошо. Знаете, в чем наша проблема? Что мы отдыхаем уже тогда, когда у нас нету сил отдыхать. Уже нету сил вообще. Жить нету сил. Я помню, как я лежала один раз. Я, может, рассказывала эту историю. Человек был еще маленький. Я лежу. Я говорю, Боже мой. Я так устала, я еле лежу. А мой Славик говорит, а что ж ты ночью делать будешь, мама? Что ж всю ночь лежать надо будет, а так тяжело даже лежать. Братья и сестры, мы очень часто уже доводим себя до физического истощения, до душевного стресса эмоционального. Почему? Потому что мы не отдыхаем. А Бог хочет, чтобы мы отдыхали. И я хочу, чтобы вы светили сейчас места Писания, которые доказывают это. Подскажите мне, сколько дней Бог творил землю? А что было на седьмой день? Написано, почил, отдохнул. И дал нам эту заповедь. Смотрите, что написано. Шесть дней делай дела твои, а в седьмой день покойся, чтобы отдохнул вол твой и осел твой, и успокоился сын рабы твой и пришелец. Я добавлю, и ты, чтобы успокоился. Смотрите, что сказал Иисус своим ученикам. Иисус сказал им, пойдите вы одни пустынное место и отдохните немного. Ибо было много приходящих и отходящих, так что им даже некогда было кушать. Бог хочет, чтобы мы отдыхали. Но знаете, как хочет Бог, чтобы мы отдыхали? Систематически. Не тогда, когда ты уже на грани срыва. А тогда, когда ты предупреждаешь этот срыв и физическое истощение. То есть, другими словами, у тебя в неделе должен быть день, который посвящен только одному отдыху, ничему больше. Не говори, я буду заниматься любимой работой, я ее люблю. Любая даже любимая работа утомляет, если ты постоянно ею занимаешься без отдыха. Вы согласны со мной? Я вам сегодня хочу дать советы по отдыху. Кстати, вы видите, что отдых – это не совет, это заповедь Господа для нас. Братья и сестры, это заповедь нашего Господа для нас. Она написана среди всех других заповедей. Это заповедь. Для чего? Потому что Бог о тебе заботится. Бог заботится, чтобы твой организм не поломался. Бог заботится о тебе, потому говорит, отдохни немного. Пропорция правильно, заметьте. 6:1. Я вам хочу сейчас дать несколько советов по отдыху, как отдыхать правильно. Потому что можно так отдохнуть, что после этого еще нужна реабилитация. Отдыхай, как тебе нравится, и с тем, кто тебя не грузит. Отдыхай так, как тебе лично нравится, и с тем, кто тебя не грузит. Потому что можно взять компанию, или они готовить, стирать, убирать, они отдыхают, а тебя привозят потом с отдыха. Это знаете, как нас, когда провожают наставниками в лагерь, говорят, ну что ж, отдохните там немножко. Я думаю, да-да. Когда 10 детей чужих, днем и ночью с тобой, как раз ты чуть-чуть немножко отдохнешь. Братья и сестры, отдыхать надо так, как тебе нравится. Вот так, как ты считаешь. Вот так, как тебе для души это приятно. И с теми людьми, с которыми тебе легко дышится. Я вам приведу пример. У меня есть брат Гриша, свекр мой дорогой. Знаете, как он отдыхает? Ловит рыбу. Притом ловит рыбу не только летом, но и зимою. Слушайте, мороз. Мороз такой, что нос на улицу не высунешь. Он идет, он лунки эти, значит, там, как там они делают? Ну, в общем, как-то выкапывает эти лунки. Я не знаю, как это делается, ни разу даже не видела. И он ловит рыбу. Слушайте, вот так вот по локти в ледяной воде, руки красные, пальцы вот такие от мороза пухшие, счастливый. Мне бы даже если деньги давали, я бы не хотела так отдыхать. Если бы мне платили деньги, я бы так не отдыхала. А он готов платить деньги, чтобы так отдыхать. Почему? А ему так нравится. Это его отдых, его понимание – это отдых. Я помню, как мы с Ниной Карман в прошлом году поехали в Санкт-Петербург отдохнуть. И говорю, Нина, чтобы кто-то так отдохнул, как мы, то ему еще месяц надо было отходить где-то в клинике в какой-то после этого отдыха. А нам так нравится. Мы утром вставали, и
мы смеялись, Нина, включаем нашу дыхательную скорость. Мы так включались. Я не знаю, сколько десятков километров мы проходили за день. Мы не ездили по Санкт-Петербургу, мы обошли его весь пешком. И мы подходим к людям на улице и говорим: скажите, а как пройти на эту улицу? Они говорят: а что значит пройти? Вам ехать нужно. Мне говорим: нет, вы покажите вот рукой куда, и больше ничего не надо. Ну вот туда. И мы с Ниной пошли гулять. Слушайте, вечером все-таки, когда мы на троллейбусе возвращались обратно, из троллейбуса выпадаешь. Ты идешь, а у тебя ноги дрожат, и ты приходишь домой, а знаешь, что чувствуешь? Ты отдохнул. Тебе это нравится. Тебе это просто нравится, такой отдых. Ты эмоционально и физически обновляешься. Поэтому, дорогие братья и сестры, запланируйте, мой вам совет, запланируйте такой день в неделе, когда вы сможете просто отдохнуть. Возможно, вам нравится самому отдыхать. Отдохните сами. Возможно, вам нравится с семьей отдыхать. Отдыхайте с семьей. С друзьями, с которыми вам легко дышится. Но запланируйте себе, пожалуйста, этот отдых и отдохните. Аминь, братья и сестры. Самое главное, скажите вместе со мной слово «система». Еще раз скажите, пожалуйста, «система». Систематически. Не ждите усталости, чтобы отдохнуть. Предупредите усталость, чтобы отдыхать. Систематический отдых. Я делаю 3 вывода, и мы будем совершать молитву. Братья и сестры, для того, чтобы в здоровом теле здоровый дух. Первое, давайте вместе. Что там у вас записано? Первый пункт какой? Физическая нагрузка. Второй – профосмотр. И третий – систематический отдых. А теперь хочу сказать что-то очень-очень важное. Кто-то вас спросит: а где же мне деньги взять? Я понимаю, что мне нужно полностью сделать профосмотр. Где мне взять деньги на врачей? Где мне взять деньги на отдых? А, кстати, на отдых не нужно много денег. Знаете, как я отдохнула в пятницу? У меня был выходной день. Я себе собралась. Ну, у нас в пятницу выходной в офисе. И днем же людей немного на улицах. Я поехала на ВДНХ. И 2 километра в одну сторону, 2 километра в другую сторону. То есть я прошлась, просмотрела. Людей немного, птички поют, площадь огромезная. Знаете, я могла просто отдохнуть. Я смотрела на деревья, я смотрела на небо, я слушала, как птицы поют. Я просто могла пройтись. Я там когда-то в детстве с родителями, мы очень часто там бывали, посмотреть, как было когда-то и какая сейчас там разруха. Места очень много, где гулять. Только очень бы хотелось, чтобы оно облагородилось. И знаете что? Я приехала домой, чувствую, что я эмоционально восстановилась. Я отдохнула. Да, может быть, это физическая была нагрузка, но мне так нравится отдыхать. И знаете, братья и сестры, вы можете спросить, а где мне взять деньги на отдых? А где мне взять деньги на профосмотры? Я хочу, чтобы могли сейчас высветить последнюю серию наших мест Писания. Высветите, пожалуйста. Братья и сестры, смотрите, что написано в Библии. Потому что всего этого ищут язычники. Там говорилось, вы переживаете, во что вам одеться, что вам кушать. Вы о материальном переживаете. Смотрите, что говорит Иисус. Потому что всего этого ищут язычники, потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите прежде Царство Божие, правды Его, этого все вам приложится. Следующее место Писания. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. И 3 место. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст благо просящим у Него. Бог даст благо, Он Отец наш. Он же знает, что ты нуждаешься в здоровье. Бог, может быть, не даст тебе мешки с золотом, чтобы ты от него отвратился, обогатившись. Может быть, он не даст тебе еще 25-й Мерседес, у тебя уже 24 есть, а ты хочешь 25-й. Но Бог даст тебе то, в чем ты нуждаешься по-настоящему. Бог даст тебе здоровье. Бог даст тебе хорошее состояние духа, души и тела. Он твой отец. Он знает, что ты имеешь нужду во всем этом. Аминь, братья и сестры. Давайте мы сейчас поднимемся. Мы будем совершать молитву. Я хочу вам перед молитвой кое-что сказать для укрепления вашей веры. Бог наш Отец, Он знает все, в чем нуждаемся мы, и Он хочет во всем этом участвовать. Он хочет заботиться, потому что Отец. Я вам приведу пример. Может быть, родители меня сейчас поймут. У кого дети уже вышли из подросткового возраста, уже так к юношам приближаются, но у них еще нету своих финансов. Они учатся еще. Моему Славику, моему сыну.
Ни разу мой сын не ходил за мной, не клянчил: «Мама, у меня зимних сапожек нету, мама, у меня же, смотри, пальчики торчат из этих, из сапожек, мама, у меня нету курточки, пропадаю, мама». Я всегда ему говорила: «Славочка, у тебя же сапожек нету зимних, Славочка, у тебя же курточки нету». Скажите, родители, не так у вас? Родители, что у вас дети выклянчивают блага, которые им нужны просто для жизни на земле. Не для того, чтобы побаловаться, а так, чтобы действительно им это было необходимо. Не вы ли первые, зная их нужду, еще прежде их прошения, заботитесь о них? Точно так же Отец Небесный о нас. Просто мы в это не верим часто. Мы думаем, что мы не заслужили, или мы не до конца это понимаем. Слушайте, я подарила моему сыну, и родственники все, мы подарили деньги, чтобы он купил себе куртку и туфли. Я месяц его умоляю: «Славик, пойди купи куртку, пойди». Да-да-да-да-да-да. Он времени не находит. Уже деньги дали родители, пойди купи, времени нет. Братья и сестры дорогие, если мы, будучи злы, умеем благие даяния давать детям нашим, то тем более Отец Небесный даст благо просящим у Него. Я хочу, чтобы ваша вера укрепла. Посмотрите на себя, как на Божье дитё. Поверьте в это. Отец твой хочет дать тебе благо. Он хочет дать тебе все для твоего здоровья, душевного, духовного, физического. Запланируй это своей верою. Отдай это Богу. И начинай делать по чуть-чуть. Господь тебе поможет в пути. Господь, твой Отец, позаботится о тебе. Я хочу, чтобы сегодня мы могли совершить молитву. Знаете что? Чтобы пришла вера в это. Вера в то, что Отец позаботится обо мне. Я буду заботиться, я буду ответственен за свой храм, но все ресурсы мне даст Бог. Он даст мне силы заработать, финансы. Он даст мне все необходимое. Он даст ресурсы мне. Я ни в чем не буду нуждаться, Он мой Отец. Давайте мы сейчас именно так придем к Богу. Принеси Ему свои нужды, действительно серьезные, насущные нужды, которые касаются духа, души, тела. Принеси это Ему. Которые касаются твоего здоровья. Принеси это сейчас Ему. И знаете что? Мы помолимся, чтобы от Бога пришли ресурсы в жизнь. А мы верою могли их принять, эту заботу от Бога. Принять, как дети. Давайте мы совершим молитву. Дорогой Господь наш, наш Бог, наш Царь, мы сегодня веруем, что Ты есть наш Отец. Добрый, любящий, близкий и заботливый. Господь, Ты знаешь о каждой нашей нужде, большой и маленькой. Ты видишь, в каких мы сапогах или есть у нас босоножки. Ты видишь, Господь, протерлись ли у нас штаны. Ты, Господь, видишь, есть ли у нас курточка. Господь, Ты видишь наши зубы. Ты видишь наши кости. Ты видишь, какая у нас кожа. Господь, Ты видишь состояние наших домов. Ты видишь, Господь Иисус, все абсолютно. И Тебе есть дело до всего, потому что Ты есть наш Отец. Мы сегодня верим в это. Мы верим, что Ты заботишься о нас, потому что Ты добрый. Если мы, будучи злые, заботимся о детях, то тем более Ты. Господь, я прошу Тебя сегодня, укрепи веру каждого из нас, чтобы мы могли поверить в то, что Ты позаботишься о нас. Чтобы мы могли верить в это, Господь, что все ресурсы дашь нам Ты. И чтобы мы могли жить в соответствии с этой верой. Благослови нас, Бог, мы принимаем эту заботу, отдаем Тебе нужды и не будем беспокоиться. Принимаем Твой мир, принимаем, Господь, Твое руководство, принимаем Твою заботу. Тебе за все слава нашему Богу, во имя Иисуса. Аминь. Давайте мы верою прославим Бога за Его любовь и доброту, за Его милость. Верою прославим. Верь и делищи зубы. Запланируй отпуск. Пойди посмотри, что это у тебя за прыщ. Я помню, как моя свекровь вылезла бородавка. Это был кошмар. Знаете, что в голове рисовалось? Рак, саркома, куча всего. Все, все, рука уже отваливается. Это ужас был. Знаете, пока я не заставила ее пойти к врачу и сказала: у вас ничего страшного нету. Ничего страшного нет. Все прошло со временем. А мы, бывает, накручиваем себя. Смотришь, уже все, везут к врачу. Везут уже. Потому что уже все, уже лечить надо не тело, а душу, потому что разнервничался. Братья и сестры дорогие, давайте будем просто верить Богу. В Его заботу, что Он наш Отец добрый. Я хочу сейчас обратиться к тем людям, которые у нас в первый раз. Возможно, вы не первый раз, но вы еще никогда не принимали Иисуса в сердце, как своего Господа и Спасителя. А может быть, вы отступили от Бога, вы нуждаетесь в обновлении. Сейчас будет молитва специально за вас. Сейчас будет молитва, посвященная вам.
Я прошу, чтобы вы могли пройти вперед для этой молитвы. Это будет молитва церкви за вас. Это очень серьезная молитва. Оставьте свое место, пройдите сюда вниз. Мы будем совершать за вас молитву. Есть то, что важнее здоровья. Важнее здоровья спасения души. Тело тебе Бог дал на время. Проходите, пожалуйста, сюда, проходите. Тебе тело Бог дал на время, а душа твоя вечна. Позаботься сейчас о своей душе, чтобы твоя душа спаслась. Позаботься о своей душе. Тело на земле временно, но душу может спасти только Бог. Человек не создан для греха. Знаете, что такое грех внутри человека? Он как внутри сосуда ядовитая кислота. Он съедает этот сосуд изнутри. Да, он бывает выплескивается на других людей, но прежде всего он съедает сосуд, в котором находится. Грех съедает внутренность человека. Он съедает его душу, он съедает его здоровье, он съедает. Есть только одно противоядие, это Иисус Христос. Когда он входит в сердце, когда человек обращается к Иисусу Христу, знаете, что делает Иисус? Он прощает нам грехи наши и очищает наше сердце. Я прошу, чтобы ты не остался на месте. Если ты еще здесь есть, ты меня слышишь, ты стесняешься, переживаешь, ты волнуешься, что про меня скажут люди. Не думай. Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня. Бог хочет сегодня очистить твою душу. Бог хочет сегодня простить твои грехи. Он хочет сделать это сегодня. Проходите, пожалуйста, дорогие. Проходите. Бог хочет очистить тебя. Он хочет дать тебе новое начало. 2000 лет назад Иисус Христос пошел на крест за тебя. Если бы не Иисус Христос, ты бы отвечал за свой грех. И ты будешь отвечать, если не примешь Иисуса. Потому что грех не пропадает просто так. За каждый грех будет наказание. Чтобы не был наказан человек, Иисус Христос пришел и понес наше наказание на грехе. Он на кресте. Он простил твои грехи, но не только простил. Он очистит от греха. Он даст тебе новую душу. Он возродит тебя. Ты будешь новым творением во Христе Иисусе. Проходи, пожалуйста. Новое творение, которое живет не для греха и не разрушает свою жизнь. Оно живет для Бога, и его жизнь созидается. Дорогие, мы хотим сейчас за вас помолиться. Обратитесь к Богу всем сердцем, покайтесь искренне в своих грехах. Я не могу покаяться за вас. Каждый человек может покаяться только за себя. Осознайте это. Попросите Иисуса Христа, чтобы Он вас простил. Попросите, чтобы Он дал вам силы отвратиться от того старого, грешного, который разрушает, чтобы Он дал вам силы. Попросите у Него помощи. И когда вы станете на эту стезю, Он поможет вам следовать за Ним. Сделайте это очень искренне сейчас. И знайте, что Господь, если вы искренне помолитесь, простит вас и очистит вас. И даст вам новое начало, новую жизнь. Давайте мы сейчас закроем глаза. Я помогу вам молиться, но пусть это будет молитва вашего сердца. Сейчас сердце перед Иисусом склоните. Повторите со мной. Господь Иисус, я прошу, прости меня. Прости мне все мои грехи. Очисти меня от всякой неправды, от всякого греха. Иисус Христос, я верю, ты понес мое наказание. Ты умер за мои грехи, и Ты воскрес для моего оправдания. Господь Иисус, войди в мое сердце, стань моим Господом и Спасителем. Я отдаю мою жизнь Тебе, я обращаюсь к Тебе, очисти меня во имя Иисуса. Аминь. Церковь, помолимся за них. Служителя, положите на них руки сзади. Дорогой Господь Иисус, мы благословляем этих людей. Мы просим Тебя о том, чтобы Ты Духом Святым запечатлел их, что они есть Божьи дети. Мы просим Тебя, чтобы Ты возродил их дух, Господь, чтобы они к Тебе прилепились. Приложи спасаемых в церкви. Дорогой Господь, мы просим, чтобы Твоя защита была на них, чтобы они свято хранили верность Тебе до конца. Помоги им это, Господь. Мы как церковь сегодня ставим защиту над ними, благословляем их. Мы разрушаем всякую власть греха в них, проклятия и зла. Пусть благо придет к ним, пусть жизнь придет в них, Божья жизнь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Дорогие, мы вас поздравляем. У нас большая радость. Мы хотим познакомиться с вами, хотим вручить вам Евангелие, хотим помолиться за ваши личные нужды. Расскажите ваши личные нужды служителям, которые будут с вами знакомиться, они помогут.
Да благословит вас Господь. Мы очень рады, мы счастливы, что вы сегодня могли прийти к нам. Слава нашему Господу Иисусу. Давайте мы присядем на буквально несколько хвилин. Наше служение практично пришло до закінчення. Знаете, я думаю, что, возможно, кто-то подумал, что в церкви должно проповедоваться только про исцеление. Но наша церковь, она проповедует полное Евангелие. И в Библии написано, никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает, греет ее, как и Господь, церковь. И тому Бог дає нам сьогодні слово для того, щоб ми мали піклування за своє тіло. І я думаю, що ще треба проповіді говорити, як відповідати і піклуватися і за душу свою, і за дух свій, щоб ми, представши перед Богом, дали звіт Богу і за наше тіло, і за нашу душу, і за наш дух. А наш Бог, як добрий батько, коли буде скрутна ситуація, Він дасть ісцілення, дасть звільнення і дасть благословіння во ім'я Ісуса Христа. Алілуя! Давайте Богу славу віддамо. Я буквально декілька хвилин хочу дати відповідь на деякі запитання. У мене їх назбиралась така кіпа здоровенна. Я буквально декілька тільки. І в нас буде молитва в закінчення. От, пастор, дякуємо за комфорт в храмі. А чи можна прикріпити пеленальний столик в жіночому туалеті для маленьких, для немовлят? Я думаю, що ми це питання зробимо, але ми будуємо зараз МДЦ, там, тобто молодіжний центр, і як тільки ми там відкриємо ще туалетів в достатню кількість, тоді ми зробимо і для немовлят. Тому в проєкті це в нас є. Я так вірю, до кінця року у нас ця можливість буде. От. Є така... Чи можна в інтернеті внизу подавати титри на русському язикі? Русські хочуть вас слышати. Спрашують вашу церкву в Ригі. Тобто титри під час служіння. Скажіть, браті і сестри, у мене дуже цікаве питання. А хто дивиться по інтернету, ну, на наш сайт? Тобто дивиться, можна побачити чи ні? Ого, достатньо. Достатньо, так. Да. Ну, будемо розглядати це питання, щоб ми могли дійсно, ну, забезпечити і тих, хто розуміє по-російськи, хто не розуміє по-українськи. Дорогой пастор, що це за праздник в Ізраїлі, який проходив кожен місяць? Потому що там написано «Трубіте в новомісячі трубою». Ви відповіли на це запитання. Новомісячі, так і називався це свято. Але місяці були там не такі, як у нас, а вони були так звані по так званому по-російськи лунному календарю. Вони були коротші місяці, і їх було більше. І тому кожна поява, скажімо так, свіжого місяця, оце було перший день, як називається це, молодий, да? Молодий місяць, це було святкування цього свята. Ми прекрасно знаємо, що в карти грати не можна, а деякі люди просто показують в них фокуси, чи можна так робити. Не можна. Так як карти – це образ диявола, і вони були створені на противовагу церкві. Це образи на карти – це насміхання з образів християнських. Тому картами не можна не тільки ні фокуси, ні грати, ні носити, ні зберігати, ні продавати, ні торгувати ними. Ніяким образом не можна це робити. Просимо вас підготувати проповідь про воду H2O, як дар Господній, адже вода – основа життя. В Біблії написано, ми проповідуємо Христа розп'ятого, тому я не можу проповідувати про воду, я можу проповідувати тільки про Господа Ісуса Христа. А про воду прочитайте, є дуже багато хороших книг в інтернеті, прочитайте і все, що вам потрібно. А саме головне, не проповідувати про воду, а пити хорошу воду. Тому пийте хорошу чисту воду. Амен. Прошу прочитати мою записку. Благодарю двох жінок, не знаю їх імен, які ні... Нашли на остановке забытый мною пакет, вернули в группу порядка в церковь. Короче, и ця сестра цей пакет знайшла там з якимись цінними речами. Тому слава Богу за наших благословенних сестер, за наших людей. Дорогой пастор, скажите по Псалму 77. Почему Израиль требовал мяса, ведь он вышел из Египта со стадами овец и коров? Может быть причина в жадности Израиля? Вот.
попросту. Вони йшли в пустині, буквально через декілька років овечки закінчилися, залишилось тільки племінне стадо. Племінне стадо різати по ізраїльським законам не можна, тому у них не було м'яса. Попросту, у них м'яса не було, а племінне стадо різати не можна було. Тому вони їхали, просили у Бога м'яса не із жадності, а з голоду. Тому... І ще буквально, дайте відповідь, будь ласка, 24, на вір 24. Що це за 24 старці прославляють Бога в об'явленні? І що це за свято 22 березня 40 святих? Тому це два різні питання. Значить, 24 старця, більшість богословів думають, що це, 20, що це 12 патріархів, тобто синів Іакова, патріархів, 12 колін Ізраїля і 12 апостолів. Разом буде скільки? 24. Тому більшість всього, що це 12 патріархів і 12 апостолів. І свято 40 святих – це православне свято, яке ніякого відношення не має до Біблії. Тому я не хочу коментувати свята інших релігій. Тобто, ну, там, католицької релігії, чи там, наприклад, у нас є свято, наприклад, річниця церкви. Ніякого відношення до Біблії, ну, це немає. Це річниця церкви. Це внутрішнє свято помісної церкви спасіння. І ми маємо право на ці речі. Тому 40 святих – це внутрішнє свято православної церкви. І тому це не є біблійним святом. Чи могла б церква пожертвувати, от, да, пожертвувати, да, продукти євреям через організацію Евен-Езер, щоб так далі, тому подобне, ті, хто сиділи в концентраційних лагерях і так далі. Якщо так, то, будь ласка, повідомте по телефону. Я хочу сказати, що церква складається з людей, тому я благословляю вас, щоб ви могли жертвувати, тобто, особливо, хто написав записку, я вас закликаю, жертвуйте євреям фінанси, продукти і все інше. Я вже говорив, що церква не займається організацією нічим, крім проповіді Євангелія, але домашніми і особисто ви можете займатися такими речами. Амінь, браті і сестри. Амінь. Хай Бог благословить вас. Ну, тут такі багато записок, які не буду читати, це подяки. І там ще в мене така кіпа здоровенна є. Подяки особливо за... Можна я навіть одну прочитаю. От цієї душі хочу поблагодарити за предоставлену можливість віддихати, наслаждатися у оздоровительному центрі. Це моцфавор. Я перший раз знаходилась в чужому місці без сім'ї. Перший раз. Без сім'ї, без дітей. Но ми... ні на міг не відчували дискомфорт, одиночества. Погодні умови, пам'ятаєте, тоді була буря, там проїзду не було, сніг. В місті внесли хаос в житті душі людей, а у нас, як в сказочному лісу, тихо падав сніг, вокруг, внутрі кожного царив мир, покій і радість. Мені ніколи не приходилося дихати в столь уютному, красивому, благословенному місці. Спасибо і так далі, от, і так далі, і тому подобне. От. І, браті і сестри, ми будемо до теми сьогоднішньої проповіді, до теми сьогоднішньої проповіді, хочу сказати, перш за все, подякувати всім за суботник. У нас вчора був суботник. Величезне спасибо вам всім, хто був тут, хто був на тій стороні Вишнем, хто був в Києві, Петрівському, хто був по всім містам і селам. Ми так підрахували, що на суботник тільки нашої церкви вийшло приблизно біля 1000 людей. Десь 1000 людей вийшло на суботник. А в кінці, наприклад, в сестри Тані, там, по-моєму, куліш варили там, да. У нас картоплю варили в солі. Це спеціальний рецепт. Це не простий рецепт. На огні. Сардельки варили. Це було... Спасибо вам, браті і сестри. Я хотів би, щоб ми розуміли дуже просту істину. Розуміли дуже... Один економіст, він підрахував, що чистота – це прямий вплив для економічного процвітання. І підраховано, що нема ні одної країни грязної, де була б економіка на висоті. Браті і сестри, коли ми прибираємо країну, це означає, що ми піднімаємо економіку. Якщо ти хочеш, щоб тебе було, щоб Бог благословив тебе матеріально, перш за все, освяти, Біблія написано, я свят і ви будьте святі. Буквально святість – це чистота, відділення, чистота. Тому, якщо хочеш, щоб Бог благословив тебе вдома, наведи порядок твоїх фінансів, заведи бюджет. Якщо ти хочеш, щоб Бог благословив твою вулицю, підмети на своїй вулиці, прибери сміття там. Якщо ми хочемо, щоб Бог благословив наше місто, давайте приберемо наше місто. Якщо ми хочемо, щоб Бог благословив нашу країну, нам треба прибрати нашу країну. Бог святий, і Він не буде благословляти тих, хто живуть в навозі, в кучі мусора, в
вонючих запахах. Бог буде благословляти. Тоді написано, очиститесь. І коли священники представали перед Богом, то вони мусили публічно омиватися водою, щоб представати перед Богом і духовно, і фізично. Якими? Чистими. Тому, браття і сестри, те, що ми робили вчора, це величезне благословіння, і це заповідь Господня, яку ми виконували, щоб ми могли нашу землю тримати в чистоті і в порядку. І до теми нашої проповіді скажу, браті і сестри, отут ви заходили, там стоять такі лавки. Ми зробили велосипедну стоянку європейського зразка. Тому я закликаю, браті і сестри, вас менше їздити машинами, а більше велосипедами. Це європейські стоянки. Обов'язково купіть замок з тросиком, замок. Це велосипедна стоянка на 10 місць. Якщо не хватить, ми зробимо ще, з другої сторони, ще на 10 місць. Тому приїжджайте, обов'язково треба закрити свій велосипедик. Так само скутера можна там поставити, можна поставити велосипеда. І на слідуючу неділю ця стоянка буде відкрита вже. Це для нашого, так сказати, здоров'я. Купіть недорогий там чи хороший велосипед, ви можете поставити його. Мало того, ви його замкніть, і плюс на нього дивляться камери на ту стоянку. Так що ми думаємо, що все буде в безпеці, все буде нормально. Тому хай Бог благословить нас всіх.